Всем привет, с вами Дима. Сегодня у нас будет распаковка посылки из Китая. Вот такую посылочку сегодня забрал на почте. Что-то там у нас внутри такое жестковатое. Не знаю, что же такое. Давайте откроем. Главное не порезать сам товар, который лежит там у нас. Потому что упаковка прям вплотную. Упакован товар. Так, я сейчас разрезаю ножницами. Здесь у нас такие наушники. Наушники фирмы BIZ Bass или Bus называются. Похожи на наушники от компании Apple. AirPods, по-моему, они называются. Stereo Headphones. Чисто китайская фирма. Все на китайском здесь, кроме вот этих надписей основных. Сзади у нас расположена мини-инструкция такая. Здесь написано, где какая кнопка. Также нарисован сам наш наушник. Ну и тут написаны их характеристики. Так, теперь давайте откроем саму эту коробочку. Ну хорошо, что хоть в коробочке такие не... Типа фирма, типа все как надо. Модель S366. Давайте я аккуратно открою. Наушники упакованы вот такой вот пакетик. Да, они действительно похожи на наушники от Apple. Сильно похожи. Надо будет сделать на них отдельный обзор по качеству звучания. А вот, кстати, нет, они не совсем похожи. Я не знаю, у Apple такой же этот шнур или нет, лапшеобразный. Вот этот шнур сам похож на наушники Beats. У них такой же лапшеобразный кабель, чтобы они не запутывались. Наушники достаточно такую длину имеют, большую. Тут вот можно их растянуть, как вам надо. Также здесь есть удобная такая прищепка. Стандартный выход. И вот форма самих наушников. Вот такая. Повторяет она форму Apple-овских наушников. Беленькие. Большая вот эта штука. Гарнитура. Сейчас я вам покажу. Попробую сфокусировать. С камеры не фокусируется. Здесь у нас вот такой вот бегунок. Необычно, не как на всех этих кнопочках, а здесь бегунком таким сделали. По качеству, в принципе, неплохо сделаны. Подписаны левой, правой. Вот. И смотрятся они довольно-таки неплохо. Я считаю, что за свои деньги, а они стоят что-то около 100 рублей, по-моему, или чуть больше. Я считаю, что, в принципе, неплохие наушники. Надо еще, конечно, проверить самое главное это их звучание, но это уже будет в отдельном видео. Я расскажу вам, как они звучат, вообще стоит ли их брать или нет. Ну а так вот, с первого вида они, конечно, выглядят здорово. Все, на этом все. С вами был Дима, всем пока.